На ближайший месяц площадь освобождения будет закрыта для проезда и парковки транспорта. Это связано с проведением и подготовкой мероприятий по празднованию Нового года и Рождества Христова. Ограничения начнут действовать с 20 декабря. На центральной площади со стороны улицы Суворова работниками муниципального предприятия жилищно-эксплуатационно-управляющая компания города Бендеры будут установлены оградительные конструкции. Уже на площади появилось новогоднее оформление. Большая городская елка, зеленый символ праздника. Вокруг нее сказочные персонажи, новогодние декорации и детские карусели. Торжественное открытие городской елки состоится уже 17 декабря. Мероприятие начнется в 16 часов. Планируется мультпарад сказочных персонажей. А для парковки транспорта площадь откроют уже после новогодних и рождественских праздников 20 января.